Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня пришла к вам с очередной хвостушкой. Хочу похвастаться вот таким замечательным ангелочком, которого лепила я на своем закрытом уроке. Для тех, кто, возможно, на канале впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть бесплатные уроки, есть уроки для спонсоров и есть также платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются и их можно, конечно же, приобрести. Для этого напишите мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получите ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ваша ссылка станет неактивной. Нет, если вы купили урок, то пользуйтесь им ровно столько, сколько вам необходимо. Также хочу сказать, что фигурка бескаркасная, лепила я из мастики Top Decor с добавлением СМС. Ничего сложного, сверхъестественного делать мы здесь не будем. Лицо, конечно же, лепим сами без применения молдов. Поэтому, если вы хотите украсить свой тортик вот таким вот ангелочком, обязательно пишите мне и покупайте урок. Ну что ж, не буду вас томить. Большое спасибо, что пришли на мою хвостушку. Буду ждать ваших лайков, буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.